И следующий перформанс мы сделали совместно артисты Корейского театра. И с большим удовольствием, Бауржан, можно вас, пожалуйста, сюда? Да. Вот наш новый друг, надеюсь. Замечательный, талантливый человек. Я даже сказала, человек-оркестр, человек творчества. Я действительно поражена вашим словом. Сегодня вот вместе с Бауржаном у нас будет такая музыкальная импровизация. Да. Да. Классный ответ, да. Ну и, да, можно, пожалуйста, представить? Еще представить хотел Катя Лето, тоже, и Илья Скворцов. И еще два артиста. Да, два артиста Корейского театра. Я, Анна Цой, я, собственно говоря, автор проекта. И Турсумбаев Вакуляш, мы будем тоже импровизировать. У нас будет пластическая импровизация. Thank you.
Ребят, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы вообще влились в этот, вот, получается, в этот ансамбль и вот эти вот ударные инструменты, что вы ощущали, вот какой ритм, то есть вы все равно как-то спились и получилось такое, очень атмосферная музыка. Вот как вам это удалось, именно вот первый раз вы услышали эти корейские инструменты или не первый раз? И вообще, как все это случилось у вас? Что вы чувствовали? Очень приятно было участвовать в этом перформансе. На самом деле это было что-то необыкновенное, потому что, как мы поняли, традиционных ритмов тут не было. Нужно было полностью выключить мозг, чтобы влиться в эту волну и течь по ней. Каждая следующая секунда была настолько непредсказуемой, что даже не объяснить словами. Это классно, это настоящая импровизация. Да, мне помогали девчонки, на самом деле, с их танцем. Я смотрела и старалась именно ощутить и уйти в ощущение момента, в растворение в нем. И как бы через чувства и вливаться. Конечно, было сложно именно в ритм, но, мне кажется, получилось атмосферно. Дружбе быть, сказала. Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо большое. Спасибо. Говорю, это очень смелый эксперимент, и мне очень понравилось все, что здесь происходило. Очень много свободы. И мало канонов.